4 года назад я был практически безработным. Скиталец. Без дома. Но теперь я муж и отец. Я не хотел бы другой судьбы. И как ты это сделал, пап? У меня работа была попроще, сынок. О, да. Я нашел себе работу. Я король Атлантиды. 500 000 000 человек. Со всех концов океана. Зовут это место домом. Но это не значит, что я всем нравлюсь. Я должен убить Аквамена. Я разрушу все, что ему дорого. Уничтожу его семью. И сожгу его королевство дотла. Его нужно остановить. Иначе мир ждет великая катастрофа. Кажется, я знаю, кто мог бы нам помочь. Уф, выглядишь хреново. Хорошая работа, бро. Дай 5. Я тебе не бро, понял? Поверить не могу, что ты это допустил. Да, ненавижу эту работу. Король должен строить мосты, так? Король построил мост. Нам нужно найти Манту. Сейчас он другой. Сильнее, чем раньше. Это черный трезубец. Во времена короля Атлана было 7 королевств. И этот трезубец был проклятием для всех семей. Его магия становится все сильнее. Его цель — уничтожить весь клан. Я не знаю, что нас ждет впереди, но мы не можем лишить наших детей надежды. А ты не так плох, как тебе кажется. Если ты поведешь, 7 королевств последуют за тобой.